Озвучено проектом Шаурма Студиос. Текст читал Шаурма. Поехали. Просто успокойся и давай поговорим. Я не попытаюсь убежать или напасть. Я всего лишь хочу знать, что случилось. В конце концов, я твой друг. И почему мне кажется, что это какая-то подстава? Хорошо, но я тебе не друг. Как скажешь. А, и вот еще что. Если ты уж ломал меня на переговоре, то они будут на моих условиях. Мелкий! Тебе понадобится очень искусная ложь, чтобы выбраться отсюда живым. Эррор, прошу, высуши голубичку. Эррор, не тронь голубику. Я буду делать то, что считаю нужным, так что заткнитесь и наблюдайте. Эррор, голубичка не виноват в том, что ему пришлось скрывать. Это просьба Инка, выслушай его. Нет уж, они правы. Если ты думаешь, что можешь творить что захочешь, потому что ты тот самый сильный и крутой, то у меня для тебя новость. Не такой уж ты и особенный. Ты просто еще один Санс. Санс, который отвратительно себя ведет. Зачем? Зачем ты постоянно таскаешь меня сюда? И зачем играешься с чужими судьбами? Сначала помогаешь, потом кроешься прибить. Я не понимаю. Тебе нравится издеваться над другими? Конечно. Что они тебе сделают? Ты же у нас всемогущий, Эррор Санс. Заткнись! Знаешь, почему я не оставил ничего для тебя? Тебе нельзя доверять. Не знаю, чем мы тут занимались до того, как он умер, но ты просто ужасно к нему относился. Так что ты последний, у кого должен быть вещь Инка. Они, вся память о нем. И ты не достоин даже их руками дерзать. Успокойся. Ты... Стоп, ты что, плачешь? Я не плачу! Отвали! Эй, ты куда направился? Санс? Эррор, так нельзя себя вести! Да хватит мне уже указывать, что надо делать! И в конце концов, зачем мне вообще возиться с этим эмоциональным дерьмом? Точно. Прости, Эррор, мне жаль, я не должен был так говорить. Тебе реально жаль? Или ты просто боишься быть стертым? Я просто не хочу, чтобы ты считал меня врагом. Хорошая попытка, но вы все для меня враги. Просто ты наиболее безопасный из всех. Лучше сразу забей на это. Но почему? Всем нужны друзья. Потому что все, кому я хоть немного дорог, довольно быстро дохли. О, мне жаль. Я же сказал, просто забей. Ауч! Ты в порядке? Тупой вопрос.